вам задать. Скажите, пожалуйста, у вас есть друзья? Поднимите, пожалуйста, руки те, у кого есть друг. Ага, отлично. И все ли из них хороши? Все хороши. Все ли ваши друзья такие, какими бы вы хотели бы реально видеть? По-разному бывает. Отлично. Точно так же бывают разные бренды, разные продукты, разные диетические добавки. И для того, чтобы мы с вами говорили очень конкретно, и действительно у нас была аргументация того, за что мы любим бренд Nutrilite. Я предлагаю относиться к бренду Nutrilite очень фактично и рассматривать вот наши преимущества, наши возможности в виде таблицы, предъявлять четкие определенные требования к тому, каким же должен быть наш друг. Каким должен быть наш товарищ, какой должна быть четко наша семья, какие должны быть действия для того, чтобы мы с вами были здоровы. Поэтому сегодня мы будем с вами не только рассматривать требования к бренду Nutrilite и посмотрим, насколько наш бренд удовлетворяет этим требованиям, но также и рассматривать подход к здоровью как набор целой команды. И сегодня мы с вами еще раз рассмотрим Nutrilite. И сегодня мы услышим экспертов, реальных практиков, которые работают с Nutrilite и которые вам помогут набрать набор инструментов для того, чтобы вы были здоровы. Поэтому мы всегда гордимся тем, что мы работаем в команде, и Nutrilite работает, потому что Nutrilite – это большая команда. Вы, компания Amway, сами продукты и, конечно же, философия здорового образа жизни, позитивного мышления, организации питания и так далее. Но если мы с вами говорим, какие требования к бренду, вы сейчас видите на экране, это, конечно же, должен быть авторитетный бренд с определенным временем нахождения на рынке, когда время доказывает надежность компании. Также, если бренд реально хорош, представлен в огромном количестве стран. Если говорить про Nutrilite, то это бренд, который представлен в более 100 странах мира, и это уже является показателем надежности. Наше преимущество. Бренд Nutrilite – это витамины, минералы, фитонутриенты. Ну, давайте уже обратимся к слайдам, а далее пошагово посмотрим. Бренд Nutrilite находится на рынке 80 лет, и 13 ноября 2014 года мы праздновали 80-летие бренда Nutrilite, на которое к нам в гости приехал сын основателя торговой марки Nutrilite, Сэм Рейнер. И вот здесь я хочу забежать немножко вперед, после меня будет выступать Оксана Скиталинская, которая будет говорить о культуре приема диетических добавок, о необходимости приема диетических добавок, о необходимости простых, ежедневных, банальных, рутинных шагов для того, чтобы быть здоровыми. И когда у Карла, у Сэма Рейнберга я спросил, доктор Сэм, какие диетические добавки употребляете лично вы? Он сказал, я диетические добавки не употребляю. Я их ем. Употребляю лекарства. А диетические добавки едят. Это дата для рационного харчевания. Ну а после этого он сказал, опять же по правилу, три продукта, с которых начинается его утро. Многие наверняка это знают. Давайте хором. Double X, Омега, протеиновый порошок. Это человек, который уже 80 лет употребляет диетические добавки, и своим личным примером показывает, что это правильно. Прилетел при этом в почтенном возрасте из Калифорнии в Украину. В 10 часов он начал мероприятие в Киевском гольф-клубе. В 3 часа у него была встреча с журналистами, а в 6 часов вечера он выступал, уже общался вместе с сотрудниками офиса компании Amway. Дай Бог каждому из нас в таком возрасте иметь такой распорядок. А главное наше преимущество, мы уже отмечали, витамины, минералы, фитонутриенты. Вот то, что заложено природой, мы делаем большой акцент на этом. И то, что это правильно, об этом говорит также Всемирная организация здравоохранения, когда она дает рекомендацию употреблять 5 порций овощей и фруктов. И мы поддерживаем эту идею, мы поддерживаем эту философию. Чем хорош витамин? Витамин хорош только тогда, когда у него есть окружение. Чем хорош лидер? Лидер хорош командой. И именно команда делает сильного лидера. Точно так же фитонутриенты, как команда, делают витамины сильными. Поэтому для того, чтобы витамины работали, для того, чтобы минералы работали, необходима команда витаминов, минералов, фитонутриентов. И мы делаем большой акцент на этом. Именно поэтому
мы создаем наши физические добавки из растительных концентратов. И в ассортименте Nutrilite находится уже более 80 растительных концентратов. Это значит, что мы различные растения выращиваем, исследуем. И если мы доказываем пользу этого растения, в дальнейшем мы используем растительный концентрат уже как источник создания диетической добавки. Для того, чтобы получать качественное сырье, для того, чтобы получать надежное сырье и, как следствие, качественно надежные продукты, MWay владеет тремя собственными сертифицированными фирмами, которые находятся в Соединенных Штатах Америки, в Бразилии и в Мексике. На этих плантациях мы не только выращиваем сырье, мы контролируем все этапы производства, начиная с подготовки почвы, процесса выращивания, сбора и вплоть до изготовления конечного растительного концентрата и использования, создания из него уже готового продукта диетической добавки, которую мы с вами утром употребляем, вечером употребляем, ежедневно. Как показать, как убедиться в том, что продукт легален и то, что он надежен? Очень часто мы с вами слышим такое высказывание. Вот хорошо было когда-то. Вот хорошо было в Советском Союзе, там были ГОСТы, там было надежно. Действительно, мы все знаем, что ГОСТ – это есть некоторый такой показатель надежности и ответственности. Но ГОСТы, они никуда не уходят. ГОСТы, они сохраняются. И ГОСТы есть обязательными и сейчас. Есть ГОСТы локальные, украинские ГОСТы – это украинская сертификация. А есть международные ГОСТы. И вот таким международным ГОСТом, который поддерживает бренд Nutrilite, является сертификация GMP – Good Manufacturing Practice. Это программа, направленная на контроль оборудования и производства. Все наши диетические добавки, весь Nutrilite производится в Соединенных Штатах Америки и, соответственно, контролируется американскими государственными органами на соответствии вот этой международной программе GMP. Информацию о GMP и соответствии GMP вы сможете найти на нашем официальном сайте mway.ua. Мы можем найти на официальном сайте nutrilite.com, а также mway.com. Это те сайты, за которые мы несем юридическую ответственность. Это международные стандарты. Но также бренд Nutrilite представлен в различных странах. В Европе, Азии, в Америке. И, соответственно, этот продукт должен соответствовать также и локальным сертификациям. Если говорить про украинскую нашу сертификацию, то она тоже обязательно выполняется. И этим занимается Институт Министерства здравоохранения Украины, который называется Институт экогигиены, гигиены, токсикологии имени Медведя. Он тестирует наши продукты, а далее уже сертификат соответствует, выдает государственное предприятие «Укрметтестандарт». Поэтому наш продукт обязательно легален как на мировом уровне, также он легален и на нашем локальном уровне. Мы не только легальны, мы не только находимся в Украине 12 лет, но мы также находимся в Украине успешно 12 лет. Наверняка вы уже знаете о том, что бренд Nutrilite является брендом номер один в мире. Поднимите, пожалуйста, руку тех, кто знает об этой информации. Ага, все мы знаем, прекрасно. Но мы с вами украинцы, и мы можем гордиться еще одним достижением. За 12 лет официального нахождения бренда Nutrilite в Украине, через 10 лет официального нахождения бренда Nutrilite в Украине, в 2012 году Nutrilite становится брендом номер один в Украине. Это шикарное достижение. И я хотел бы сюда еще добавить информацию. Мы не просто бренд номер один в Украине. Наша диетическая добавка Daily является самым продаваемым витаминным комплексом, включая всю аптечную сеть. Но здесь я предполагаю ваши вопросы. С одной стороны, мы сейчас заявляем, и Евромонитор, как международный эксперт, подтверждает эту информацию. Евромонитор подтверждает эту информацию, но когда мы выходим с вами на улицу, мы реально сталкиваемся с ситуацией, когда
Когда мы говорим о том, что и мы знаем, и это действительно так, это официально диетическая добавка, самая продаваемая диетическая добавка в Украине по объему продаж, но тем не менее многие наши знакомые, друзья ничего не знают о Нутрилайте, ничего не знают о Дейли. Почему так происходит? Здесь я хотел бы расставить точки над «и» и сделать два, такой очень важный нюанс. Есть такое понятие, как узнаваемость продукта. Подскажи, пожалуйста, как добиться того, чтобы продукт был узнаваем и все о нем знали? Действительно, мы взрослые грамотные люди, мы понимаем, что для этого существует реклама. Но мы сейчас говорим не о узнаваемости, а мы говорим о продаваемости. Поэтому разрекламированный, узнаваемый продукт, это еще не значит, что он хорошо, активно продается. Поэтому для нас очень важно, опять же, делать акцент на том, что существует узнаваемость и существует продаваемость. Мы говорим с вами о конечном результате, о продаваемости продукта. Ну и в завершении я хотел бы, чтобы каждый из нас мыслил таблично, и мы наверняка ежедневно, каждый день видим, что продукт Нутрилайты работают, что они помогают, и сегодня мы будем об этом практически целый день слышать от экспертов, реальных практиков, людей, которые работают, которые видят ежедневно, убеждаются, которые будут делиться с вами своим опытом того, как работает Нутрилайт. И будут рассказывать реальные истории. И мы с вами знаем реальные истории. Наверняка мы с вами видим изменения того, что с нами было полгода назад, год назад, 5 лет назад, 10 лет назад. Но когда мы с вами работаем с друзьями, партнерами, клиентами, нам очень важно иметь еще другие ресурсы доставки информации и подтверждения того, что Нутрилайт действительно настолько хорош, как мы об этом говорим. Поэтому давайте мыслить таблично и давайте мыслить фактично, простыми, доступными, понятными, легко проверяемыми вещами. Каждый из нас может убедиться в том, что Нутрилайт на рынке находится 80 лет. Для этого есть официальная информация. Многие из нас слышали о Нутрилайте уже или о ПМВ 10, 15 и 20 лет назад. Кто-то пользуется. Далее. Когда мы с вами говорим про растительные концентраты, перечень растительных концентратов написан на этикетке, и мы сможем это легко убедиться. Да? Мы с вами сможем раскусить зеленый чай и почувствовать концентрат. Мы с вами сможем для эксперимента, но это так, не делайте такого, разжевать чеснок и убедиться в том, что его там много. И это концентрат. А также мы можем зайти на официальный сайт Министерства здравоохранения Украины, государственного предприятия Укрметов Тестстандарт. На официальном сайте Нутрилайт мы можем увидеть патенты Нутрилайт. Мы можем также увидеть, что у нас есть Институт здоровья Нутрилайт. Увидеть наших врачей, ученых и перечень научных конференций, в которых они принимали участие. Поэтому, когда мы иногда слышим информацию о том, что кто-то тоже хорош, это тоже замечательно. Какой-то бренд вот такой, вот такой, вот такой. Давайте мыслить таблично, задавать конкретные вопросы. Если бренд настолько хорош, то почему о нем знает? Почему этот бренд продается только в Золотоноше? Если он хорош в мировых масштабах? Или хороший, прекрасный мировой бренд, изобретенный в Умане и только там продается? Если продукт хорош, если он реально хорош, завоюет ли он рынок, завоюет ли он мир и будет ли он находиться на рынке 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет и так далее. Ну и что для нас важно, наверное, еще и соотношение цена и качество. В качестве мы с вами убедимся. Ну а стоимость продукта каждый из нас может убедиться, выйдя на рынок и сравнивая ингредиенты наших продуктов с теми ингредиентами, которые продаются в торговой сети. И сейчас, наверное, самое время, такое прекрасное время демонстрации того, что Нутрилайт – это выгодный продукт.
выгодный продукт не только по своей результативности, но самое главное, он выгоден по цене. Мы уже научились сравнивать наши стиральные порошки по количеству стирок со стиральными порошками, которые продаются в магазине. Мы уже знаем, что такое концентрат LOC. Мы уже знаем, что исприт – это тоже концентрат. Поэтому, когда мы с вами научимся, возьмем и начнем сравнивать продукты нашу расторопшу с аналогичными продуктами, которые также содержат экстракт расторопши с торговой сетью, мы убедимся в том, что мы не просто хороши, не просто легальны, не просто ответственный и качественный продукт. Мы еще и продукт адекватный и выгодный по цене. Ну и то, что мы можем предложить каждому из нас, это сервис, это поддержку, это помощь в том, чтобы каждый из нас был здоровым, потому что иметь продукт мало. Необходимо еще окружить этот продукт вспомогательными вещами, консультациями, мотивацией, поддержкой, выполнением многих других действий. И сегодня вы как раз сможете получить вот эту команду, которая необходима для того, чтобы быть здоровыми. Я желаю каждому из вас обратить внимание на тот здоровый образ жизни, который мы можем и должны вести. Мне не очень нравится слово «должны», но, наверное, когда мы говорим по отношению к себе, это слово уместно для каждого из нас. Будьте активны, ведите здоровый образ жизни, будьте успешны.